не знаю, как это будет. Ой-ой-ой. Вот он, с краю. Там машина. Открывай на этом. А ты вперед меня. Сестра, спроси сама. Мир дома всему. Мира! Ну, слава богу. У вас съемка? Нету? Что? Веник есть? Сейчас, да. Ну, дай. Офигенно, тебе что-то почему поехали? Да, не посмотрим. Ну, ладно. Чтоб не растаял на ногах. Разувайся. Разувайся, что? Нет, это нельзя разуваться. О. Никак, они у меня чистые. Посмотри, чисто, что сзади остается, чисто. Это снег. Снег. Съемку-то можно? Я тогда здесь постою, если нельзя так. К ним приходишь сразу, разувайся, все, за ним переступаешь. Это по коврам есть. Бахилы, Даша, дай бахилы или эти. Мы сами... Иногда так интересно смотрим на потолок, вот там что-то написано. Ну, когда что-нибудь вспоминаешь, глаза смотришь, к небу, да, глаза к небу, да, как молишься, стоишь. Угу. Господи, дай мне в памяти. Так, сюда. Так, Оленька, проходи туда. Да. Я не пойду туда. Ну, ладно. Ну, ладно. Ну, я не понимаю. Ну, пусть так пройдет. Нет, это я. Батюшка раздулся, а я не раздутый. Проходите. Так, ну, а нет. Мама, ты помоги ему снять. Нет, он не хочет разуться. Ничего, он же сейчас. Я тогда здесь вот поставил. Дальше не пойду. Миром. Проходите. Проходите. Нет, я не хочу. Они чистые у вас. Ну, чистые. На столе тут все стоит. О. Что у нас? Да, это будет. У них все красивые. Столика вот там на веранде пойдем. При входе. А его нельзя здесь? Выходи. Сейчас. Я пошел. Андрей, принесите стол. Нет, что, большой он, что ли? Пойдем. Нет, нет, он небольшой сейчас. Нам помоги, Андрей, там стол. Сейчас. Ладно. Какой-нибудь это под святую воду чашечку. Тебя что это за дерево? Сосна? Вроде чистая. Зайдет? Пойдет. И еще-нибудь. Еще поменьше там и ложку.
растительную массу отмерили. Ну, такой маленький он, после чего. Маленькую кружечку, которая у нас останется. Ну, там, рюмочку или что там. Вот, смотрите. Да, да, и туда это, масло растительное, ложечка небольшая. Скажи, что за большой глаз такой на меня смотрит? Да? Все. Так, это что-нибудь стакан или еще свечку поставить? Свечку зажечь, чтобы... А где Аня? Ну, как добрый хозяин, себе предлагает сразу. Нет. Ну, а чем зажигаете? Газ или что? Зажигалка, да? Ну, зажигалка есть. В машине есть. Мама, ну, посмотри, а у тебя сумка с собой? Даже не подумал, что нет. Нету, батюшка? Иди, да, спички. У тебя есть у спички? Есть, 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 все, не надо. Да, заходи, конечно. Кухонька такая у них тут. Брат, у брата Андрея Головича сейчас находимся дома. Новенький дом они построили. Так вот, слава богу. Шторки тут у них. Пейзаж зимний. А, ты куртку-то сними. Да ладно. Разденься, ты чего? Дай, давай, Вася, раздевай его. Раздевай. Оператора. Оператора снимите. Или вот сюда. Как ты думаешь, он на всю жизнь будет этот запах? Да нет, да нет. Да нет, да нет. Он сильнее был. Ну и как он? Что я? Куда наклеить? На второй этаж еще, батюшка. Ну, второй этаж, мы то на первом только пили, а на втором этаже не будет. Батюшка. Показать, Саша. Он по-хозяйски. Ух ты. Башка у вас что-то повышается. А? Что? Я говорю, уровень повышается. Вы уже не с карандашиком. Да нет, ну уже с карандашиком. Ну вот у меня были, я просто думал. Я их случайно обнаружил. Для нового дома. Да, для нового дома. По-современному. Как это? Цвет. Цвет. Тем. Ванна? Нет, нет, ванна, не надо, подожди. Я здесь где прилепил это, что они... А вот. Ага. Где?
теперь нужно на ту сторону и на ту. Еще. Вон там деньги. Ага. Здесь. На четыре стороны. А стену-то будете как-то украшать? Или так? Так, все. Да? Все это просто, просто лак покрашенный. Причем тут какие-то. Так. А туда? А теперь? Да. На эту, да? Да-да. Что такая широкая? Что? Дверь. Строители сделали. Да? А, у вас везде так? Да, строители как наделали так. Ага. Нет, просто это шикарно. Ага, да. Наоборот, меньше бруса. Решили проемки меньше бруса. Ну, сюда войдет уже все. Да нет, все, больше не надо. Покажет, куда еще надо. Он же знает, он службу уже правит. Да, кстати. Махилы. Да я еще не могу найти. Махилы. За хозяином пошел, за будущее. Ох, какая красота тут. Что, нету бахил, да? Нигде. Сейчас он хозяин тут проверит все. Вот я тут целый полигон бегать. Аккуратнее только спускайся. Нету бахил. Уже нашли, видишь, нашли. Они маленькие. Тебе сколько тут можно гостей принимать? Да. Всю нашу общину можно. Ну да. Место. Много места. У Ленсана тоже поешь, там много места. Где? У Ленсана. Вы же не были? Нет, батюшка торопился все равно на освещение. На обратном пути. Батюшка торопился. Ты хочешь так и все оставить, да? Да. Ух ты, супер. Супер. Тебе отец оценил дом этот? Да нормально, он же помогал строить. Ага. А кто проект составлял? Батя. Батя, да? Угу. Ну, ты ж... Такие высокие слишком. А? Да нормально, что ты. Ну, конечно, мы-то, я считаю, ростиком-то небольшие. Мы-то маленькие. Вот батюшка выше, ему уже. Ну да, ему получше. Зато ты спокойно можешь хоть какие-нибудь турники делать там, что угодно. Да. Дайте мы пройдем. Да идите, идите. О, иначе хоть в бахилах. Да, ой, не полезу туда, не полезу.
Пойдемте, там самое красивое. Нормально. Пойдемте. Тихонько, подбежи. Игнатьич, дайте я поднимусь. Знаете, вперед зайду. Сейчас. Давайте. О, будущий хозяин. Сразу раз, закрылся. Не буду. Я говорю, тут надо всю общину можно спокойно в гости пригласить. Да, здесь нужно с вами проводить. Никогда я не видал такого. Вот Игорь-то тоже хотел второй этаж сейчас сделать, а недалеко, Дубунов-то. То же самое. Это не убей, чтобы по лестнице не бегал, он упадет, руку сломает. А вдруг ты там далеко жил? Да. Так у тебя это тоже лесной считается? Это лесной, да. Это начало лесного, а не там, да. В конце. Ну, с нашей квартиры ты не сравнишь. У нас везде еще книги, газеты. Господи, помилуй, благослови. Смотри, чтобы он держался за что-то. Не надо одного пускать, послушайтесь. Она скользко. Началась молитва. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, присно и во веки веков. Аминь. Владыка, прости беззаконие наше, святое. Ты прости все немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Отче наш, сущий на небесах. Не поднимайте все, я сейчас спущусь, не поднимайте. Да святится имя Твое, да приди царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам внеси, остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должнику нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое царство, силы и слава, со сына и святаго Духа, да не пришли во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Твоему нашему Богу, придите, поклонимся Христу нашему Богу, придите, поклонимся и поклонимся Христу Богу нашему Богу. Еще раз Твоей поболе Твоей. 90 часов. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится, говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Перьями своими осенит тебя и под крыльями его. Будешь безопасен, щит и ограждение истины его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут подле тебя тысяча и 10 000 одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Ибо ангелам своим заповедают о тебе, охранят тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногою твоей. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона.
за то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое, воззовет ко мне, услышу его. С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его, долготою дни насыщу и явлю ему спасение мое. Как дому Закхея твоим, Христе, входом спасение явилось, так и ныне, входом священных служителей твоих и с ними святых ангелов твоих, мир твой подай дому сему, и милостью благослови его, и спасая, и просвещая всех жить, хотящих в нем, Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи, помогайте, на что вы стоите? Ну. Господи Иисусе Христе, Боже наш, изволи вы войти под кров Закхея, мытаря, и спасение ему, и всему его дому, бывший сам и ныне здесь, жить и восхотевших, и через нас, недостойных, прощение молитвы тебе, приносящих от всякого зла, невредимых, сохрани, благословляй их и жилище это, и в безопасности их жизнь всегда храни, изобильно все блага твои, им твоим благословением на пользу подавая, тебе же подавая всякое слава, честь и поклонение со безначальным твоим отцем и пресвятым благим утворящим твоим духом, ныне присно и во веки веков. Аминь. Мир всем. И духами твоему. Главы ваши, Господи, вы преклоните. Аминь. Тебе, Господи. Владыка, Господи, Боже наш, на небесах живущий и на живущих на земле, с милостью взирающий, дома строить, людям повелевший, благословивший жить в них, благословивый Лаванов дом, поселив в нем Иакова и дом Потифара, поселив в нем Иосифа, благословивый дом Авидара, внесением ковчега завета и пришествие во плоти Христа Бога нашего, спасение дому Захея даровавы, сам благослови и дом этот, и в нем жить хотящих, страхом твоим огради и невредимыми от врагов сохрани, благословение твое, с высоты жилища твоего не спасли, и благослови умножь все блага в доме сем. И во Твоей власти, милости, спасай Тебе, славу воссылаем Отцу, Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь. Господи Боже наш, возы ныне милостью на молитву меня, смиренно, недостойно Твоего раба, и не спасли благодать Пресвятаго Духа на елей этот, и освети его, и да послужит он освящению места этого, и построен на нем дома для прогнания всякие силы дьявольской и сатанинской козни. Ибо Ты благословляешь и освящаешь все, Христе Боже наше, Тебе славу воссылаем, с Отцем и Святым Духом, ныне присно и во веки веков. Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа, храпением под истинным добродетельством бьется вся лукавая бесовская сила. Спаси, Господи, Боже Твоя, во имя Отца и Сына, и Святаго Духа, аминь. А храпением под истинным священно обратятся, бьется вся лукавая бесовская сила. Крапление воды все освящение обратятся, где совшал пара бесовские силы за Отца, Сына и Святаго Духа. Аминь. А крапение воды все освящение обратятся, где совшал пара бесовские силы за Сына и Святаго Духа. Отца и Сына, и Святаго Духа, храпение воды все священно обратятся, где все лукавые бесовские силы, во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь. Храпение воды все священно обратятся, где все лукавые бесовские силы, во имя Отца и Сына, и Святаго
Духа. Аминь. Воды священного братья, совместно рука, обещающих силы имени Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Окрасим воды священного братья, совместно рука, обещающих силы. Советцы, будьте, помогайте Святаго и верите Бог. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Извините. Помазанием Святаго и верите Бог. Освящается Дом Сей. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Помазанием святаго Илии сего освящается дом сей. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Василий, пока где еще мазать надо? Там где-то? Покажи. Покажи. Покажи скорее. Помазанием святаго Илии сего освящается дом сей. Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь. Вот. А нет, там не надо. Все уже. Я там помазал, все, все, не надо больше. Иди, я тебя помажу, тебя помажу. Иди. Давай тебе помажу. Во имя Отца, Сына, и Святаго Духа. Все, я одного помажу. Это в пищу, в пищу. Премудрость просит услышим Святаго Евангелия. Мир всем. И Духове Твоему. От Луки Святаго Евангелия чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. В Омин. В одни темной жизни своей Господь наш Иисус Христос вошел в Иерихон. И вот некто именем Захей, начальник мытарей и человек богатый, старался увидеть Иисуса, кто он. Но не мог из-за
столпившегося народа, потому что мал был ростом, и, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, и возлежал ему проходить тем путем. Иисус же, придя на то место, взглянул, увидел его и сказал ему: «Захей, слезай скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». И тот поспешно слез и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили: «Как это он вошел в дом ко грешнику?» Захей же, встав, сказал: «Господи, половину имущества моего я раздам нищим, и если кого чем обидел, воздам четверо». И сказал ему Иисус: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама. Ибо пришел Сын Человеческий взыскать и спасти погибших». Слава тебе, Господи, слава тебе. Милосердие, милосердие и правосудие Твое воспою, Господи, на псалтыре играю, размышляя на пути непорочном. Когда же придешь Ты ко мне, и не злобив сердце моего, в незлобе сердца моего жил я в доме моем, не допускал пред очами моими законопреступную, творящих преступления возненавидел. Не приближались ко мне развращенные сердцем, уклоняющиеся от меня к лукавству не знал я. Тайно клевещущего на ближнего своего изгонял, с гордым оком и надменным сердцем трапезу не разделял. Отчи мои взирали лишь на верных, тебе на земле да будет они рядом со мною, ходящих непорочным путем тот служил мне. Горделивый же не жив в доме моем, лжец и надменный не преуспевал пред очами моими. Поутру избивал я всех грешных земли, истребляя в ограде Господнем всех делающих беззаконие. Помилуй нас, Боже, повелися милости Твоей, молим Тебя, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Еще молимся. Да не спасет Господь Бог свое благословение на дом сей и на рабов твоих Андрея, Дарью, Евсеве, Езер. Кто еще здесь живет? Игорь, Вера. Игоря и Веру. И на всех благочестие жить здесь хотящих. И да пошлет им ангела своего милостивого, соблюдающего, сохраняющего их от всякого зла и наставляющего дело к деланию всех добродетелей и к исполнению святых Христовых заповедей. Господи, помилуй. Еще молимся, сохранит их Господь от глада, эпидемии, землетрясения, наводнения, пожара, кровопролития, нашествия на племенника и от всякой смертоносной болезни, и дарует им здравие, долгодействие, изобилие во всем. Воззовем к Нему: «Господи, услыши нас и помилуй». Еще молимся за все братья и за все христианы. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Услышанный Боже наш, Спаситель наш, упование всех концев земли, Иисущих море, далече милости, милости Боже, Владыка и грехах наших, и помилуй нас. Милости быть человека, любит Бог, и все Тебе славу высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Слава Тебе, Христе Божие, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистая с Матери, силу все знаки Жотворящего Христа, святых преподобных мучеников, потом отцов и всех святых, молитвами святых праздник Бог Отец и Камен и всех святых, помилуй Ты, спасет нас, яко благо человека любит. Аминь. Господи, помилуй. Подашь, Господи, мирное житие, здравие и во всем благое поспешение рабом Твоим, Дарье, Андрею, Евсевии, Игорю, Вере, и всем здесь благочестиво жить хотящим. Господи, благослови их и сохрани их, Господи, на много лета. Многое лето, многое лето, многое лето, многое лето.
поцелуйся. О, ой, молодец. Ну что? Красиво все устроили, конечно. Хорошо. Мне бы никогда такое не сделать. Но мы когда строили, то другое время были. Во-первых, не было на что строить. Да. И не было материала. Я скажу, что чтобы купить нам цемент первый на фундамент закладывать, я поехал в Искитим. Ну давай прямо, говорит, а сейчас на руки только 50 килограмм продаем. Что делать? Я оттуда возвращаюсь опять к Мамонтову, нахожу человека, который там директор совхоза. Валерий говорит, так и так. Ну ничего, я приехал ночью. До утра, говорит, утро, говорит, мудренее. Утром встаем, пошли в контору, он главное было выпиши их доверенность. Я теперь с этой доверенностью еду, и тогда только цементовоз 12 тонн берут цемент. Знаете, как было? Нельзя было купить ничего. Лесу надо, досок. Собиралась районная сессия депутатов. Решали, продать или нет там 10 кубометров киломатериала. Листа. Какое было? Гвоздей нету. Приехал в Корчин, гвоздей. Она говорит, мне на месяц дают 2 ящика всего гвоздей. Ну, на сколько? Там мне ящик надо, говорю. Мы бы 2 взяли. Ну, 2 нет, ну один я могу. Вот сейчас на обед буду закрывать. А мы на лошади приехали. Она заговорила, никого нет, никого. Скорее ящик. Мы на телегу травой прикрыли и приехали. Расплатили. Нельзя было взять сколько, даже понимаете? Да, вот какое дело было. Но мы начали строили, сами делали кирпичи из глины. Да. Это какие года были? Это 91-й. 91-й, 92-й год. Было очень проблематично. Однажды в воскресенье, значит, приходит, смотрю, 2 самосвала жилы с горой нагружены деревянными ящиками. Здесь кто такой? Ну я. Куда вываливать? Вот ящики, наш там директор, там была база такая. Ну. А он когда был, разговаривали, да нам хоть бы какой-то от каких-то досточек бы там что. Ну вот деревянные эти ящики нагрузили, они, я говорю, что нам не сказали привезти и вывалить. Мы вывалили не. Так мы давай разбирать, там что гвоздики эти выпрямляют. Это было что-то такое, но. Лошади нету, никто не продает лошадь. Мы ногами топчем глину, все там в глине. Нужно какой-то там бревночко, осину спилим в околке, теперь ее веревками мужики тянем ее, чтобы тянуть. И вот приезжает на УАЗик, останавливается человек этот, опять этот Валерий Юрьевич. А вы что делаете, мужики? Это что такое? Ну так у нас нет, лошадь никто не продал. Мы спросил в Корчино, не продали, на Урыков не продали. Нет. Ну ладно, все. Проходит неделя, а мы молились в палатке. Утром с палатки-то выходим после молитвы. Я говорю, смотри, человек подъехал на лошади, в седле. Где здесь такой-то? Ну я говорю, вот я это. Так, он слазит, так, вот, держи повод. Это вот уздечка и лошадь ваша, а седло это мое, я седло забираю. Я говорю, кто чего? Мое дело маленькое. Мне сказал Валерий Григорьевич, вам отдать коня. Ну все, мы уже на утро на другой день, мы уже этим изумрудом таскаем бревна, глину месим. Мы теперь уже на коне. Потерявку строили, да? Да, да, это мы уже на коне теперь. Надо помогать. Но недели две прошло, он приезжает, привозит мне квитанцию, продали нам 300 килограмм мяса конины, там что-то по рублю 50 или что-то. Хороший человек. Да. Вот так вот все это везде. Где-то нет, там придешь, надо нам машину, там, трактор, что-нибудь. Приеду к директору совхоза. Я час-полтора сижу возле, у него в кабинете. Он на меня не смотрит. А я не ухожу. Анатолий Сергеевич говорит. Сижу я, сижу, так потихоньку молюсь, а что это, а к нему приходит там, ну, утром там, кто там, все это. А я так сзади сел на столике и сижу. И вот он тогда уже, главный инженер ко мне, приходит главный инженер, дай им что просит.
То есть подотступности даже давали такое. А никогда. Вот так вот было. Поэтому храни вас Бог в этом. Вы молодые. Спасибо, Христос. Помните заповедь Христов. Христос говорит, я был. Нак, вы одели меня. Был голоден, накормили. Жаждал, напоили. Был странником, приняли меня. Был болен и в темнице, вы посетили меня. Когда на суд предстанем, а что будет суд, это просто всем нам надлежит предстать перед судилищем Христовым, апостол. И быть судимым сообразно дел, кто какие дела, добрые или худые. Там Господь не будет спрашивать, как ты молился, сколько ты молился, или там что-то еще. А что спросит? Вот это спросит. Накормил и приняли этого. Поэтому дом хорошо. Смотрите, чтобы он и для других тоже находил здесь, как говорится, обогрев, если такое случится. Все, ну все. Спасибо. Я вам спасибо. Все сказал. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Хорошо. Соответственно, возраст. Согласно возрасту, да? Да, да. Берегите себя. А болезнь, говорит, это нормальная реакция организма на где-то что-то было. Молодые были, что там нужно было. Давай. Сейчас кому говорю, мне, да не может быть этого батюшка. Где-то Игорь был, говорит, не может быть, чтобы такое было. Я работал на элеваторе в этом, в Рибрихе. Вначале Камеща, потом на Жестянчика выучил, Жестянчика работал на элеваторе. Ну а там приходят, когда импортное получали, мы, допустим, на экспорт отгружать, когда и то это обычно как-то все ночью грузили вагоны. И тогда мы там часа три поработали, 10 рублей заработали. А в то время хороший день. Да. Вот. Но приходит вьетнамский рис. Приходил такие мешки большие, как-то они. Мешок в мешке и такие усы подвалят. Подходишь к вагону, тебе двое грузят на спину, и ты на склад несешь. 91 килограмм, 800 грамм. Мешок был. Я сегодня говорю, да нет, не может быть этого. Да где ты сейчас? Я сейчас 50 не могу поднять. Конечно. Носили. Вам тяжело. Носили. Это было там... 25, где-то 27 лет. Так, естественно. Да, да. Ну вот так вот. Молоды были. Молоды. Папа, не на сегодня вот и ноги тоже, нога что-то отклинится. Я уже с тросточкой стал. Купил тросточку. Трость. Чтобы да, батюшка трость купил, да, чтобы опираться на ней. Молпец говорит, жизни человеческой 70, при большей крепости 80. Да, ну, да, да. А я уже большую крепость, говорит, мне осенью будет 80. 80, самое лучшее. Да. Вот так. Да, да, это да. Значит, мы встанем. Да, как у вас оформляется, Игорь? Ходила. А, ходила, да. Надо, чтобы успеть. Подожди. У вас было хорошо. Нет, не детский скажешь. А? Нет, эти легкие. Нет, ну да, это полечь на место пока, потом. Где? Как у тебя дела? Мама. Мама, тебе как звать? Иначе Хлыныч, заходите. А что? Посидите с нами. А? Посидите нет, с нами. Нет, стою, я как бы с вами. Может стульчик? Вам может табуреточку? Я
приглашай его, это что? Ну что, за руки ведите его, за ноги, за руки. Все, слава Богу. Садись, хватит снимать, все поснимали. Да, да, слава Богу. Садись. Аллилуйя. Вот мы приехали к сестре Елене, тут в гости. Тут разрешается все снимать. Выставлять в интернет, да. Батюшка, пойдемте? Все, проходи, я пойду. Это мое жилище. Моя келья, моя келья. Давайте. Можно не разуваться, да? Да. Так. Проходите. Доча, ты спишь? А, спишь? О, собачка. Маленькая. Господи, помилуй меня. Еще славься грешил, Господи, прости меня грешного, помилуй и благослови все живущих в этом доме. А вот сюда. Там гараж, выход в гараж. Так это что ж такое-то? С хоромы, хоромы. А это что за чудо? Проходите, проходите. А, что за чудо-то прибежал-то? А вот чудо у нас теперь. Детская кухня. Чего? А я его кормила утром. Это сколько его возраст? 3 месяца. Тима. Иди, Тима. А куда она ходит? Тима, я на двор у нее. Это Тима, есть? На пеленку ходит. Ну пока где попало, пока приучаем. Иди сюда. Иди, мой хороший, иди. Иди, мой маленький. Она может укусить, нет? Нет. Ну, да какая это хорошая. Это типа карманная, да, называется? Да. Карманная. А-а-а. Это мини-той-терьер. Боится. Ну ладно, отпусти. Ах ты была. Боится. Ой-ой. Отпусти на пол, то упадет. Не знает, куда бежать. Так, и кто тут хозяин? Так, а сколько тут спальных-то? Для чего-то, если других нету? Ну... Иначе, значит, вы видели, какой экран? А? Экран какой видели у сестры? Нет. Нет, это не мой. Не твой? Это ихний. Не забрали еще. А, бывших хозяев. Бывших. Это они заберут туда. Это оставили. А, Андрей заберет. Андрей это. А. Но они его не смотрят, телевизор, это так, балласт. Для... Ой-ой-ой. Осталось. Шо, Дарья вообще против. Это кто-то из своих или так просто? Это дочь. А где она? Ай, ну ты выйди. Что-то не одета. Ну, привстань маленько-то хоть. Ну, добрый день. Добрый день, 12 часов еще дрыхнет. Понятно. Ну что, дальше? Все. Подожди маленечко. А, Тима? Я твой порог запомню, запнулся за него. Да. Тима. И все. Слава Богу за все. Аллилуйя. Возле работы. А. Проходите. Да, это не дом. Это банька. Банька. Да. Приходите мыться. Далековато. А ты откуда дрова такие? А были. Так и остались, да? Ну. Ну это, видать, как это.
Да. Сарайка. Ну да, тут надо запечатать все. Иначе сюда можно попасть. Тут, да, снег может. Так, ну... есть усадьба. Вот это вот. Ты что-то сажаешь, что ли? Пока-то нет. Только летом купили. Ну давай. А это что? Что-то такое? Это детская площадка. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Это как раз ваш дом? Нет. Другой? Алло. Давай. Да-да-да, а 40 литров. Это надо своими глазами все это увидеть. 40 литров, 40 литров, выбирать во власти. Все написано, да. Нет, мы не делаем у нас, мы